Вопросы задаются Илье Калем. Так, мы будем спрашивать его о составе свечки. Где открытие у бычьей свечки, у покупок? Это у бычьей свечки закрытие? Открытие, я тебя спросил. Открытие? Открытие внизу. А закрытие? Вверху. У бычьей, у медвежьей свечки, у продаж. А у медвежьей цена закрытия вверху, а цена открытия внизу. Это у кого ты? У медвежьей. У медвежьей неправильно. У бычьей. У бычьей. А у медвежьей расскажи мне. У медвежьей. У нее. Она идет вниз. Да, идет вниз. Цена закрытия у нее. Это внизу. Внизу. Она пошла, закрылась внизу. А цена? Открытие у нее вверху. Вверху. Состав свечки мне расскажите. Из чего состоит свеча? Из японских. Японская свеча. Она делится на что? На тело. Тело. На тень. Тень. Какая бывает тень? Верх или нижний? И нижняя. Верх... Цена максимум, цена минимум. Цена минимум. Цена минимум. Это внизу или вверху? Внизу. Внизу. А цена максимум? Вверху. Вверху. Еще раз повтори мне цены открытия, закрытия у медвежьей и у бычьей свечи. Это будет последний вопрос. Это будет последний вопрос. Только мне надо без ошибок ответить. Ладно. Отвечу без ошибок. У какой свечи? Бычья свечка. Бычья. Цена закрытия у нее вверху. А цена открытия вверху у бычьей свечки. Где открытие? Вверху. Неправильно. Ты чё, блин? Ну неправильно ты мне отвечаешь. Иди, ты мне сказал цена открытия и цена закрытия в одном и том же месте. Вверху. Вверху. Это же неправильно. Нет, ты сказал, смотри, цена закрытия вверху и цена открытия тоже вверху. Вверху. Это ты для разных двух свечек назвал. Для бычьей и для медвежьей открытие цены. А мне надо, мы же с тобой про бычью только рассказываем. Все, давайте заново. По новой. Чё, без ошибок рассказывай мне все. Давай. Бесит. Давай. Бесит. А ты никак не сконцентрируешься. Сконцентрируйся. Ну да, мозг у него отвлечен, он думает уже, как бы мне быстрее телефончик взять. Я сейчас возьму, сейчас отвечу и возьму, а сама не ответила. Давай рассказывай. Свечки, успокойся. Открытие. Внизу. Внизу. Это надо открытие вверху. Вверху. Убычи. Убычи. Медвежья. Медвежья. Цена у нее закрытие вверху. Неправильный ответ. Почему ты всегда начинаешь с закрытия? Сначала, наверное, открыть надо, а потом закрыть. Ты всегда называешь сначала цену открытия, а потом цену закрытия. А ты всегда начинаешь с закрытия. Ну как так, Илья, это нелогично. Давай, по новой, без ошибок. Ты уже сколько попыток использовал? Ничего. Ничего, давай, пробуй. Мне надо, чтобы без ошибок ответил. Тогда все. Давай. Успокойся только. Успокойся и рассказывай мне. Убычьи свечки. Открытие внизу, а цена закрытия у нее вверху. У бычьей все правильно. У медвежьей открытие. У медвежьей открытие вверху, а цена закрытия внизу. Все правильно. Еще раз быстро повторишь? Я не могу быстро. Ну, повтори быстро. Опять? Я закрепим, убедимся в том, что ты правильно все понял. Убыть свечки. Цена открытия внизу, а цена закрытия вверху. У медвежьей свечки цена открытия вверху, а цена закрытия внизу. Дай пять. Молодец.